Всем привет, дорогие друзья! С вами Залиел, и мы сегодня с вами поиграем в Assassin's Creed Chronicle Китай. Ну, мы-то с вами, конечно, ждем Россию. Когда же она появится именно в Assassin's Creed-то, ёкарный бабай? Как мы долго этого ждали, хотя бы в 2D, но как именно изобразят-то нас? Как покажут Ubisoft-ы? Вот это мне очень интересно. Надеюсь, что, не как на медведях с балалайками-то, что это кобздец, как бы тупо. Итак, без лишних слов мы с вами начинаем. Обычная игра. Как всегда, суповой набор, сложная, обычная с плюсом. Итак, Китай, 1526 год. Прошло 2 года с того момента, как Джан Юн, глава группы евнухов, известных как тигры, ну, вам бы подошло бы, не знаю, овечки какие-нибудь, что тигры-то, уничтожил китайское братство ассасинов. На самом деле тигры — это тамплиеры, которые втайне управляют Китаем, используя императора как свою марионетку. Чжао Цзюнь, одна из нескольких выживших, вернулась в Китай по приказу Ван Янмина, нового лидера ассасинов. Вместе они планируют уничтожить тигров и освободить Китай от власти тамплиеров. Они возвращаются в свое старое убежище — пещеры Майдзиншань. Некогда здесь находилась крепость ассасинов, теперь это тюрьма тамплиеров, которой управляет Гао Фэн. Чтобы подобраться к своей цели, Шао Цзюнь позволяет взять себя в плен. Она взяла с собой артефакт, предтечь, подаренный ей Эцио Аудитори. Знаешь, что тамплиеры заходят выяснить, что это. Ух ты. То есть, погодите, а какой-то... Эцио Аудитори был... Шкатулка пуста, точнее, в ней кое-что не достает. Где оно? Странно, я думал, дубляж будет. Мы знаем, кто ты, мы знаем, кем ты была. Выдающееся достижение для бывшей наложницы. Спрошу еще раз, ассасин, что это за шкатулка? Откуда она взялась и для чего она? Зачем сопротивляться? Оглядись! За тобой никто не придет. Мы уничтожили братство, отсюда тебе не сбежать. Не, ну если там яблоко Эдема, то она... Зачем мне бежать? Я там, где хочу быть. Какая наглость! Май Чун заставит тебя говорить. Пусть попробует. Неудивительно, что ваше племя вымерло. Мое племя еще найдет вас. Странно, вроде как дубляж-то всегда русский был у Ubisoft-а. А тут бац, ни хрена. Итак, Шао Цзинь позволил взять тебя в плен, чтобы подобраться ближе к Гао Фэну, одному из тигров Чжан Юна. Теперь ей необходимо выбраться из клетки и забрать свое снаряжение. Так, ну хорошо, давайте спасите Хун Ливэя, осведомительно ассасинов. Пора выбираться из этой клетки. Окей, так легко. Итак, Б. Что такое Б? Ого. Так, понятно. То есть мы можем такое вот орлиное зрение включать. Замечательно. Так, приседать, бегать, удерживайте для быстрого бега. Ага. Так, пока сражаться не можем. Ну, хорошо. Ну, я уже раз... Не знаю, что говорил, что очень похоже все это на Марк Ниндзю, да и все говорят, мне кажется, каждый, как увидел, так сразу. Но я-то фанат Марков за Ниндзя, поэтому, черт возьми, мне эта игра уже нравится, уже вот это все нравится. Но тут говорят, что это 3D-платформер, то есть, вот видите, можно так все нагибается. Так, какой-то пленник сбежал. Если вы войдете в нее, обувь станет желтой. Стоять! Прошу, не надо! Получай, паскуда! Нет, ладно, это глупо так озвучить. Надо будет собак спустить! Или буду. Не знаю, блин, китайцев это прикольно озвучивать. Так, понятно, что надо как-то их тут обхитрить. Так, С, отлично, замечательно. Странно, что на русском, да, она показывают. Надо раскладку, наверное, было сменить. Но ничего, и так можно играть. В принципе... Уже это знакомо по Far Cry 4. Сами понимаете. Так, сменить платформу. Замечательно. Там собачка какая-то. Ой-ой-ой, собака-то гавкает. Для перехода в базу, да, нажмите Б. Ой, что-то...
Ну, короче, понятно, что собачки лают. Я понял. Так, чтобы прыгнуть. Ага, понял. Так, прыгаем. Ну, там солдат-то пока наверху. Можем не париться. Это такой туториал у нас. Погнали. Угу. А, понятное дело, что тут несколько режимов игры. Скрытный. Можно либо вплотняк идти. Но я все-таки вот предпочитаю здесь действительно по стелсу действовать. Не знаю, ребят, попробую, по крайней мере. Вы знаете, что у меня на самом деле плохо получается. Ну вот такой вот я. Слишком как-то дерганный, что ли, импульсивный в плане. Вот не могу выдержать. Вот. Поэтому и с ВП я плохо стреляю в CSGO, что надо там держать, долго смотреть и так далее. Хотя там ходят же с ВП, но... Вот, такие вот дела. Так, пока нам не... Стоп. А это что такое? Бонус. Так. Который ничего нам не дал. Возможно, это будет типа... Так, тихо. Для перехода базу данных анимус, рядовой. Чтобы воспользоваться укрытием. Угу. Так, а чтобы его убить, пока нельзя. Ой. А, то есть он как бы услышал нас, но забил. Хорошо. Хорошо, враги появляются, тень золота. А, вот видите, ваш стиль игры будет оценен и вознагражден после прохождения определенных этапов игры. Незаметное перемещение принесет больше очков, чем уничтожение всех противников на пути. Чтобы получить оценку «Тень золота», не убивайте врагов на задании, не попадайтесь им. Ой-ой-ой-ой-ой, это, конечно, замечательно. А, нет, он отстал. Я уж испугался. Так, тихо. Тут, видимо, тоже надо прятаться. Не прячьтесь подолгу за спинами у врагов, они почувствуют ваше присутствие. Когда противник собирается оглянуться, над его головой... Появляется изображение глаза. Отклонитесь, чтобы двигаться вправо и влево, находясь в укрытии. Тихо. Я просто, знаете, ну, на всякий случай. Не хочу, в принципе, попадаться. Попадаться, блин. Отлично. Хватало мне еще заики стать. Так, еще раз тень золота нам дали. Угу. Какие-то, знаете, кровяные такие уступы, непонятно. Такое чувство, что их... Уже кто-то освежевал. У стражников есть поле обзора. Не попадайте в него, чтобы избежать обнаружения. Так, хорошо. Тут, смотрите, как нам тут обойти? Во. Ага. Используйте свисток, чтобы отвлечь стражника и избежать обнаружения. Удерживайте А, чтобы показать радиус действия. А это у нас F. P. Черт возьми, а P-то я... И чё, я знаю, что такое P? Слушайте, П это где-то. Это. П это G. Вот что это. Ого. Да, тут-то свистеть намного сложней. Надо зажимать какие-то вот такие клавиши. А нет, в обычном Assassin's Creed-то нельзя было. Тень золота. Так, нажмите, чтобы совершить быстрое убийство. Это мы типа. Ого! Клинок в ботинке! С поднимать трупы. Слава богу, С это и русская С. Не можем не париться. Так, удерживайте, чтобы прятать. Оп. Еще и сами спрятались. Так, хорошо. Посмотрим. Там никого нету. Так, они ждут. Ну, я знаю, чего они ждут. Так, нажимаем F. Потом вот так вот. Ну-ка, давайте расследуйте. Вот ты вот. Ой. Сейчас побольше. Так, hello. Ага, чтобы использовать... Ой-ой-ой-ой-ой! Пистолет! Нет, это не пистолет был, это был арбалет. Хорошо. Мы, по крайней мере... Найдите Шэн Бяо еще есть, ого. Ага. Ну это кобздец, конечно, да, это показательно. Я просто офигеваю от такого скрытого клинка. Так, сейчас. Понесли братишку. Удерживайте, чтобы прятать трупы в укрытиях. Оп, все, спрятали. Нам вот этого надо, чтобы побыстрее пройти. Ну-ка. Оф.
Так, расследование пошло. А, и как мне тут... А, контрол. Да-да-да. Извиняюсь. Ступил, браток ваш. Так, и вот мы нашли... Что это, Шенбяо, да? Хорошо, что ты здесь. Для перехода в базу данных нажмите М. Или что это? А, вот побег, пещеры. Ух ты. Мы можем даже проглядывать карту. Вау-вау-вау-вау. Ни хрена себе. А, ну все, и видимо это концовка или... Нет, там еще продолжение-то есть. Опа. Видите, тут какой-то браток. Как мы его с вами будем убивать? Так. А ну, в принципе, вообще легко. Даже не будем заморачиваться. Вы можете прятать трупы в зеленых сундуках. Отлично. Тихо. Главное, чтобы нам... Так, быстрое убийство не влияет на оценку за стиль. Так, тихо. Главное, чтобы он не... А, пошел. Из укрытия. Угу. Причем он сразу, видите, если вы совершаете что-то там убийство, но... Понятно, что меньше очков нам дают тень золота. Или нет, погодите, тень золота дают. Нажмите В, чтобы использовать орлиное. О, а сейчас по-английски началось. Орлиное зрение показывает маршруты патрулирования врагов. Показанное оранжевым цветом. Угу. Так. Вот как. Нет, погодите, давайте обратно вернемся. Я уже не успею 100%. Надеюсь, они не палят наверх. А, здесь мы можем, кстати, пройти без убийств. Ребят, просто спокойно, преспокойно. Опа. Да ладно, ее очевидно. Слава богу, нет. Я уж испугался. Так, все, выходим и уходим. Просто она вроде как в тени должна быть, а тут, видите, у нас произошло, что ее даже так видно. Все, тень золота. Нет, и вправду нам и так тень золота дают. То есть, главное, чтобы просто охранники не палили. Их можно убивать, но... Используйте петарду, чтобы оглушить противника. F и... Ого! Неплохо. Да блин! Он меня спалил, что ли? Так, тень бронзы. То есть, видите, тут мы сплоховали уже. Обнаружение 1. Как только даже обнаружили, уже бронзу дают, не серебро вам. Поосторожней там! Я-то справлюсь, главное, спину мою прикрой. Я твою спинку-то... Ты прикроешь меня, а я тебя. Да, это плохо. Я-то справлюсь, главное, спину мою прикрой. Ты прикроешь меня, а я тебя. А вот как. Блин, так легко, оказывается. А, они даже не палят. Осторожней там. Капец. Чё-то, ребят, вот тут какой-то бред. Они должны были спалить даже вот звук. Маленьких шишков. Так, тихо. Эти тут братки и палят. Видите, чё? Ага. Попробуем убить. Ребят, попробуем убить. Значит так, сейчас первый пойдет. Так. Ну-ка, охранник заподозрит. Да, он даже не заподозрил, что его товарищ умер. Так, и давайте смотреть, дадут ли нам тень золота. Ассасин золота! А тень золота больше придает. Ага, ассасин золота есть и есть. Ага, все. Ты, я... Ну, ишь ты, блин, разогнался, да? Сразу так взбодрился, ни хрена. Так, там какой-то меч. Причем такой нехилый. Чем бы его отвлечь? Да ты че его отвлекать-то, блин? Привет. Пока. Браток. Тихо. Ребятки, я надеюсь, вы... Да, вы до конца даже не пойдете. Молодцы.
Давайте проверим теперь. Мы убили одного. По сути, он нас не спалил. Нет, было что-то желтое, то есть, как бы спалив, но проверим давайте. Так, ассасин золота. Нет, все-таки, видите. Так. Ага. Я буду мстить. Начинаем! Посмотрим, как ты владеешь мечом, защищайся! На китайца-то он не похож. Ой-ой-ой, тихо. Дядя. Следи за тем, когда противник собирается... Да, блин, да он в жопу этот акцент. Д и С. Блин, надеюсь, я не буду драться. Это уж слишком как-то... Когда блокирую шутер, попробуй выполнить... Там показалось или... Как там... Черт возьми. Ага. Во как. Блин, слушайте, сложно! Ой-ой-ой, тут видите еще... А как я... Как развернуться-то? Смотрите, он просто меня добивает. При блокировании удара нажмите, чтобы выполнить перекат. Слушай, дедуля, Я, конечно, все понимаю, что как бы молодая, да, и все дела, но ты сзади-то не подстраиваешься. Подстраивается, собака. Во! Блин. Да твою... Каналья. А, твою ж дивизию, вот как! Все, разобрался. Ох ты, блин, какой я мудил. Perfect. Молодец, с таким же способом ты можешь выйти из боя, если нужно. Атакуй противника, покажи, на что ты способна с мечом. Да, обычные атаки можно совершать быстро, но они наносят мало урона. Попробуй ударить врага сильнее. Отлично. Мощная атака наносит куда больше урона. Видишь, что противник достал? Достаточно слаб. Финиш хим! Про Mortal Kombat я вообще забыл. Замечательно. Так, продолжай! Ага. Ну давай, атакую. Мудил. Ух ты. Неплохо. Ах ты, паскуда, опять! Все, понял. Отличная работа, Шао Цзюнь. Этот этап протруден. Пройден. Бла-бла-бла-бла. Это аудитория для перехода, нажмите. Так, что там? О, ни хрена. Шао Гафен. Запас здоровья средний-высокий. То есть урон средний, мы его атаковать должны. Опытный боец. Тигры. Собаки. Странники. Лаять. Ну, я понял, да. Это аудитория. Что? Отца и двух братьев, забрав мать и сестру, Эцио убежал на виллу. Что-то вообще не похоже. Что это такое? Это Эцио. Охренеть. Ах, Эцио, как же ты изменился? Это что такое? Так, отлично. Контр на бегу, чтобы проскользнуть под препятствием. Не успел. Ну да. Так всегда. Все у меня через жопу. Так, D плюс. Что это сейчас было? D плюс. Ага. Ну понятно, это совсем для мудилей, то есть для меня. Что это означает? Это, блин, клавиш, который надо жать. Говорю же, я ничего не знаю об ассасинах. Но это точно китаец. Доберитесь до камеры. Секундочку. Что это дает-то вообще мне? Вот эти кристаллики или что? А, дальше нам придется вот так вот, ребят. Да, по-другому никак. Кстати, можно, по сути... Нет, я не могу перейти на другую площадку. Ой, бля. Так, хорошо хоть так получилось. Странно, что еще эти клетки, блин, не обваливаются. Это вообще давно уже не загружается. А, не, вон, последняя партия загружена. Понял, прикол.
Так, мы можем... Так, а можем вот так. Так, доберитесь до камеры Хунлевея. Совершите быстрое убийство стражника. Сиди тихо, я добуду ключ и выпущу тебя. Так. Цель, которую нужно быстро убить, преисполнена, подсвечена желтым. Быстрое убийство не влияет на оценку за стиль. А-а-а. То есть есть, ребят, убийство, а есть быстрое убийство. Быстрое убийство — это не убийство, это быстрое убийство, которое, ну, как вы поняли, можно заработать спокойно тень золота. Так. А не как ассасин золота. Блин, на золотую медаль-то мы точно тут придем, ребят. В принципе, легко. А, самое главное — раз-раз-раз, чпокать их, и все. Сейчас ждем, погодите, пока этот придет. Потом обратно придет. Так, шутихи. Максим. Есть! Ну, это я мог не говорить. Сейчас, погодите. Воды ни хрена нету. Ну ладно. Так, ну давай, братишка. Братуак. Так, все готов. Ага. А, погодите, там же. Блин, уже поздно, поздно. Ну ладно, он пройдет, так и так. Там просто еще два стражника, как минимум. Сейчас. Так, браток идет. Браток не идет. Да он дойдет. Ой, блин, видите, как... Ой, черт. Есть, есть, вот, вот тут нам вообще повезло. Ло, блядь, ах ты сукин сын. Все, готов. Отлично. Так, его надо сейчас... А, ключ подобрали уже. Замечательно. Так, тут ничего нет. Я просто думал, может, это как быстрый переход еще можно использовать, но нет. А как тут? Ой, извиняюсь. Ой, извиняюсь. Как тут? Да тут вообще легко. Ну как. Угу. Так, все, мы освободили. Правда, я не знаю, кто это. Вот ключ, беги, когда сможешь. Подожду тебя, ассасин. Видите, какие мы хорошие-то, а? Найдите и убейте Гао Фэна. Да? Что? Что? Ой. Ой, хорошо. Хорошо чихнул. Так. Стоит, стоит тут гордый, а? Ну-ка мы тебя... Опа! Твои люди не смогли поймать. Я сама позволила себя схватить. В нужном месте, в нужное время. Достаточно близко, чтобы убить. Хрена она. Блин, я думал, будет схватка такая крутая, но что-то... Где шкатулка, которую вы забрали у меня? Тебе не достать ее, ассасин. Значит, шкатулку одного из твоих дружков. Неважно. Я выясню, у кого она. Убью его и заберу шкатулку. Ты хоть знаешь, что это за шкатулка? Я знаю одно. Она принадлежит братству. Какая наивность. Думать, что ты сможешь забрать шкатулку. Что моя смерть хоть что-то изменит? Нет, убив только тебя, я не утолю свою жажду мести. Ты первый тигр, который падет от моей руки, но поверь, ты далеко не последний. Вот такой вот был уровень. Ребят, максимальный счет за уровень, та-да-да-да-да-да. А что вообще этот счет дает? Как всегда, ничего или... А, вот видите, тут улучшение, какое-то дополнительное здоровье мы можем... Или... Нет? А, нет. А, да, блин! А, нет, а да, да, нет. Дополнительное здоровье увеличивает шкалу здоровья Шаодзюн на одно деление. Замечательно. Из укрытия в укрытие, находясь в укрытии, отклоните желаемое... Так, хорошо. Метательный нож. Ого! То есть вы так быстро нам говорите, штурмовой дротик... Круто. Ну, ребят, на этом пока что все. А, следующий эпизод мы с вами, я надеюсь, быстро ее пройду, так что думаю через, не знаю, как я, когда я просто выложу это все. Но
побыстрее буду делать. С вами был Залел, до скорой встречи, дорогие друзья. Бай. Бай.